Друзья, всем привет! Я в самом волшебном местечке зоопарка. Я в вольере с белками и кроликами. Иди сюда. Друзья, смотрите, какая картина. Белочка умывается. Я, честно говоря, не обращал никогда внимания. Но сегодня прям удивительно. Я никогда не видел, как белка приводит себя в порядок. Скажи, конечно, конечно, скоро же посетители придут, да? Я же должна выглядеть хорошо. Ой, ушки с кисточками. Все, намывает мордашечку. Ну, прям сказочная картина. Обалдеть. Облизывает лапки и влажными лапками, наверное, убирает со своей шубки лишнюю шерстку. Ой. Жду. Вот орешек созрел. Оп. Бери. Ой, орешки мы любим. Да, скажи, оп. Я люблю орехи. Орехи — это что-то. Очень вкусненько. Смотрите, как белочка орешки жует. Класс. Что, сразу прятать? Скажи, я перед тобой тут покажу, как я орех ем. Очень шустрые. Очень шустрые зверьки. Скажи, у меня тут столько желания забрать еще орех, чтобы только мне все досталось. Да? А ячеечку побольше нам надо найти. Сегодня, друзья, всем чищу миндаль. Держи. О, все. Скажи, полный рот. Два ореха. Как же есть, как же есть. Ам. Обалденный зверек на самом деле. Я белок очень люблю. Ой, снова пришла, снова. Ой, орешек. На, еще у меня есть. Еще один. На, еще один. Нет, все. Теперь у белки главная задача — спрятать свою находку. Вон, видите, роет ямку и прячет капельку водички и снова ко мне, снова. Так что, друзья, как видите, с белочками скучать не приходится. Очень активные зверьки. Очень запасливые. И очень интересные. Поэтому посмотреть на белок приезжайте в наш любимый зоопарк «Сказка». Проводите море времени рядом с этими потрясающими питомцами. Ведь здесь очень интересно, много разнообразнейших животных. Смотрите, какая теплая шубка у белки. Хвост в виде пятерки даже, мне кажется, вот он даже немножко напоминает, да, по форме. Изгибающийся хвост напоминает цифру 5.
поэтому у них тут все отлично. Настоящая сказка. Где-то шумит вода, играет красивая музыка, хорошая погода, хоть и пасмурная, но классная. Эй, держи еще. Вот она. Держи, 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 держи. Оп. Все. Эй! Прям я в восторге. Белки — это, конечно, потрясающие зверьки с такими кисточками, с таким хвостиком. В наших лесах их полно. Они здесь хорошо себя чувствуют, лазают по соснам, добывают себе шишки, в шишках добывают орехи. Ну, прям сказочные зверьки. Ну и, как видите, вот так долго могут позировать, разжевывая угощение. А мы с вами в это время можем, друзья, рассмотреть вот все до мелочей, как выглядит белка. Потому что я их раньше, вон, смотрите, крупным планом, я белок раньше видел только прыгающим по деревьям, прыгающих по деревьям. У меня около дома тоже живет белка и скачет по кипарису. Или бегает по кабелям, которые натянуты там около нашей пятиэтажки. Но здесь, друзья, в зоопарке, у белки, смотрите, прям вот замерла на месте. Обычно как у нас это происходит? Белка бежит, подбирает какой-нибудь, вот у нас растет орешник. И когда падают орехи, белка спускается, быстро подбирает и бегом забирается по орешнику или там по другим деревьям, которые у нас произрастают рядом с нашим домом, и убегает куда-нибудь на кипарис. Еще белки очень классно прыгают на большие расстояния. Вот, ну как вы видели, друзья, они очень юркие и очень быстрые. Ну что, друзья, остался у меня еще один орешек для белочки. И все.